Ну что, служба безопасности Украины без дела не сидит, слава богу, взяли еще одного голубчика. При нем обнаружено, то есть, из-за чего он диверсант? Из-за того, что он фотографировал там какой-то аэропорт, а также при нем обнаружено руководство Министерства обороны СССР, руководство по подрывным работам, которое имеет гриф для служебного пользования. Ну, по-видимому, это должно внушить трепет и как бы и дать понять, что вот этот доходяга, который на фотографиях, это диверсант, которому доверили, в общем-то, служебное пользование, такую серьезную книгу. Однако первая же ссылка по этому служебному пользованию выдает нам сайт. На сайте без проблем можно прочесть о том, как надо взрывать мосты и тому подобное. Сайт не запрещенный, это, повторяю, первая ссылка. Дело в том, что книга переиздавалась, но вообще-то это издание, вот то, что у молодого человека, 59-го года. А вторая вышла в 68-м. Это очень ценные книги, очень редкие, и они, в общем-то, доказывают, что это диверсант. СБУ, в том же духе, продолжаем. Слава Украине!